3 марта 1900 года во Владивостоке появился первый шахматный кружок. Сначала любители увлекательной игры собирались где придется. Затем проблема решилась, и они стали соревноваться в собрании приказчиков в Пушкинском театре. Стоило удовольствие 1 рубль в месяц с членов кружка, и 20 копеек за входной билет платили болельщики. 4 марта 1941 года в Приморье за счет разукрупнения Ольгинского и Тернейского районов образован Соколовский район, который позже переименовали в Лазовский. Также в этот же день по указу Президиума Верховного Совета РСФСР отделился и Тетюхинский район, который сейчас именуется Дальнегорским. Марта 1991 года на жестяно-баночной фабрике «Находки» по заказу Харбинского объединения пивных заводов стали изготавливать бутылочные пробки. Правда, резиновую прокладку к ним выпускали в КНР, поэтому русская продукция считалась полуфабрикатом. К слову, первая партия, 70 миллионов пробок, оценивалась не в юанях, а в швейцарских франках.